Ну а мы переходим к следующему участнику, и это участник как раз о том, о ком я говорил. Тот немногочисленный из магикян, мужчина Алексей Перин. Лёш, идем к нам на сцену, где ты? Меня однажды любили в Люберцах. Пару крепких и сильных мужей. Это было прямо на улице, в один из прекрасных дней. То была любовь с первого взгляда, лишь услышал я их слова. Прикурить красавчик не будет? Не, не будет. А зря. Я всегда был за чувства до секса, хоть против спонтанность я был. Ну а тут пригласил он на танец, по щеке рукой поводил. Дальше все как в известных мультфильмах. Он меня сзади так приобнял, и как Золушке туфельку принц, только куртку с меня сорвал. Он хотел сорвать также цветов, романтично мы бахнулись в клумбу. Он был сверху, не знал других поз, ну и друг его сбоку тоже. Я лежал, наслаждаясь любовью, всем желая чистой любви. Они любили пожестче оба, бьют значит любят, увы. Меня однажды любили в Люберцах, и в тот вечер я понял одно. Не давать прикурить — это плохо. И групповуха совсем не мое. Спасибо, ребят! Алексей Перин, под ваши бурные аплодисменты. Леша, спасибо за эту экспрессию. Шикарно, шикарно.